За три квартала этого года в экономике района было занято в среднем 24 143 человека, на 1% меньше, чем за такой же период прошлого года. В основных видах деятельности численность работников снижается. За 9 месяцев этого года принято на работу по району 2594 человека, а уволено 2809. Кто-то нашел более оплачиваемую, у кого-то закончился контракт, в основном пенсионеры, где-то ликвидированы организации. К сожалению, не для всех еще существует понятие дисциплина. В этом году по району было уволено за прогулы и другие дисциплинарные проступки более 170 человек, причем в сравнении с предыдущим годом цифра значительно выросла.